Сегодня у нас в гостях председатель Союза дизайнеров Карелии Егор Пермяков. И мы открыли выставку Victoria Design Awards. Почему стоит посетить эту выставку? На самом деле мы хотим привлечь внимание к дизайну, потому что в современном мире это двигатель развития, в принципе, государства и общества. То есть на сегодня дизайн – это даже не экономика, это даже не добавочная стоимость, это уже большая политика. То есть эти сферы, в центре которых человек, да, то есть дизайнер, он создает комфортные вещи, он создает удобное пространство, он наводит порядок в информации, если это графический дизайн. То есть в центре всего человека дизайнер, задача дизайнера – это создать комфортное пространство, будь то в интернете или в городе. Поэтому дизайн является такой очень важной, неотъемлемой частью жизни современного общества. Мы привлекаем к этому внимание и хотим рассказать людям о том, что это не что-то там заоблачное, а это здесь и сейчас, это каждый предмет, которым мы пользуемся, это любое пространство, где мы ходим, возможно, оно нуждается в работе дизайнера. Мы приближаем это к народу. То есть на самом деле дизайн, он для народа, и это государево дело.